Еще три агрогородка Могилевской области подключили до природного газа, и он пришел в самые отдаленные населенные пункты усходнего региона Баханы, Янополье и Бярусский Хотинского района. Урочистости с символичным запальванием факела собрали многих вязковцев. Как подключение до природного газа у этих населенных пунктов стало махчимым, проклали больше за 16 километров газопровода. И теперь перспективы больше комфортных умов життя открыты больше, чем для 500 домов мясцовых жихаров. И это не только отепление. До речи, 40 кватер поспели подключить до одной газовой системы. На новый вид палива у перспективы переведут и вытворшие помешкания. Что такое баллоны, тоска или те самые дрова, брикет, и что такое, знаешь, природный газ? Со всех сторон он значительно выгоднее и экономически потом оправдается. Я считаю, что это большой праздник для деревни. Думаю, что вот этот газ даже приостановит отток молодежи, и люди будут, ну, молодежь будет оставаться. Мы ежегодно прирастаем примерно от 200 до 250 километров появляется новых сетей. На 3-4 тысячи абонентов становится больше. На сегодняшний день в Могилевской области 330 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов используют вот это благо под названием природный газ. Наступным этапом у реализации державной программы газификации повинно стать подключение до природного газа поселка Татарка Осиповецкого района.